Готовность школьных маршрутов обсудили в администрации Северского района. Исполняющий обязанности главы муниципалитета Дмитрий Малов провел еженедельное планерное совещание с главами поселений, руководителями структурных подразделений администрации и представителями ресурсоснабжающих организаций. Сотрудники дорожной полиции обследовали каждый маршрут, по которому в течение учебного года будут ездить школьные автобусы. Опасения вызывают 4. 2 из них ведут из поселка Спутник и хутора Карский в поселок Черноморский. Проблематично детей доставлять из СНТ Шепш и хутора Оазис в станицу Новодмитриевскую. Дорога в хуторе Оазис в ведении Министерства транспорта края. Она находится очень в плачевном состоянии. Движение по ней практически невозможно. Каждодневные школьные автобусы будут приходить в большую негодность. Как бы этим нужно заниматься. Мы соответствующее письмо, касающееся нас, подготовили, отправили ранее в том году. Получили ответ, что данная дорога стоит на очереди к ремонту и очередь не подошла. Но отдать должное, силами Северского ДРСУ выбоины были подсыпаны асфальтной крошкой. Но, как все понимают, это будет носить разовый характер до первых дождей. По проезжей части дети до школы ходят в поселке Октябрьском и хуторе Новоивановском. Здесь нужно обустраивать тротуар. Обсудили на совещании и итоги учебной деятельности в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в 2023-2024 годах. У нас функционируют 4 детских школы искусств и 1 художественная школа. Кроме того, рассмотрели вопросы исполнения поручений главы Северского района и текущие проблемы в поселениях.